Привет, друзья! С вами Богдан Котляров на Ютубе. Да, папа нам сказал сегодня с Михасиком, друг мой Миша, почистить у курей. Но мы думали, что это будет все происходить завтра, но оказалось, что будет происходить сегодня. Просто мы с Мишей решили... Тихо! У нас собака гавкает. Мы с Мишей решили у нас в гараже устроить типа спортзала. Повесили грушу, там гантели сделали. В 11 часов, да, где-то в 11 ночи начали, и сегодня в 4 утра закончили. Правда, два раза спали. Миша сказал мне пойти за кофе. Я такой в дом захожу, беру две чашки, по ложке кофе, по две сахара, ставлю чайник. Такой сижу и думаю, что... Ну его это кофе, пойду-ка я посижу. И досиделся, что и заснул в 6, проснулся в 10. Ну нормально, 4 часа-то спал. Миша вообще бедный, там в коридоре по тоненьким одеялом ночевал. Не знаю, как он еще живой остался, ну ладно. Сейчас я вам покажу, где мы чистим. Вон у нас куры такие. Вон петух. А это у нас насесты были, но мы их с Мишей поломали нечаянно. Бесились, и оно, короче, все рухнуло. Ну ничего, переделаем. А вот наш главный строитель. Миша, скажи пару слов. Он просто стеснительный у нас, он боится публики. Он не слишком... Не боюсь утихнуть. Он у нас не такой знаменитый. Вот это вот мы половинку такую вот вычистили. Вон у нас насесты, там куры сидели. Там сидели. Сейчас я вам квочку покажу. Это не та квочка, которую вы сейчас видите. Вон у нас две курочки сидят. Смотри, прикол. Оп! Привет! Сергей Котляров на Ютубе. Ага, давай еще раз. Миша, она сердится на тебя, она тебя боится. Оп! Ам! Миш, смотри, она сейчас выпрыгнет и даст тебе пилюлей. Ну, получил по заслугам. Че ты в курицу кидаешься? Рабочий день у нас, Миша, сегодня со скольки начался? С 11 утра. С 11? Не, ночи, вчерашнего дня. Вчерашнего дня. Миша делает вид, что чистит, да? Миша, нам надо еще эти насесты вынести. Вот завтра и вынесешь. А что я завтра буду выносить? А что я завтра на работе. Ну и я тоже завтра на работу еду. На какую? На сено. Дождь сегодня был, никакого завтра сена, расслабься. Ну, дома посижу. Буквально денек. Но малые у меня яйца пособирали, не могу вам показать. Миша, не чисти. Вон есть яйца. Вон, вот. А, вон яичко, да, есть. Три. Три? Два. Подвинься. Три, вон. Ага. Вот. И под второго четыре. И под второго? Да все, садись, я трогать больше не буду. Медленно, но аккуратно. Сиди. Миша, она, смотри, сейчас вылетит и получишь ты. И давай, будет... держи мешок. Что держать? Мешок. Мешок. Сейчас я вам покажу, куда мы выкидываем. Сейчас, Миш, я приду. Ах и Миша, работник. Заставь дурака Богу молиться, так он себе и лоб разобьет. Да, Миш? Вот у нас сарай такой. Вот тут у нас вот первый вольер. Тут у нас коза была, а там у нас были кролики. А это, как вы знаете, уже у нас дробилка. Вот она дробилка. Вон у нас есть вон конвектор. Вон окно.
Вот у нас второе такое отделение. Тут у нас самая главная коза была. Она нам тут окно разбила. Вот гляньте. Сегодня хули будут и тут вот ночевать. Вот, смотрите, вот сюда мы выкидываем, это наш огород. Там вон, вон, видите, озеро церковное, тополь. Пускай вид не на море, но зато на огород и на озеро. Ну, почти то же самое. Шо? Собирай, сейчас я приду. Вот у нас еще один такой вольерчик. У нас младшая коза была. А тут у нас... Ой. Когда у нас свиньи были маленькими. Свет что-то горит. Когда свиньи у нас тут были маленькие, они вон тут ночевали. А вон я там делал отверстие. После зимы навоз таял. Я не мог воду эту вычищать. И он сделал отверстие, и через отверстие все это выливалось вон на огород. Опять же, смотрите, вид на огород и на озеро. Ну все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на наш канал в YouTube Сергей Котляров. Мы вас ждем.